Приветствую всех зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня монтируем теплицу арочная 2,5 м. Арки. Там торцы на дороге. Здесь тесно, торцы обшиваться в другом месте будут. Фундамент. Клиент сам собрал. Газоблоков, дощечек, бруса. Разнобой, ну, вроде ровненько. Сейчас все проверим, будем ставить теплицу. Так продолжается монтаж. Собрали каркас, обшили торцы, положили два листа. И среднее осталось пол листа. Там будет формуга. И закрепить все, прокрутить. Закончили монтаж теплицы арочной 2,5 м. Сварена конструкция с профильной оцинкованной трубы 20 на 20, стенка 1,5 мм. В торцах 20 на 40 частично, в дверях и форточке. Поликарбонат 0,75 плотности новатора. Завод-изготовитель 14 лет гарантию на него дает. Соты поликарбоната защищены торцевым профилем перфолентой. Фундамент клиент сам изготовил из газоблоков, досок и бруса. С этого торца дверь с форточкой. Резиновый уплотнитель по всему периметру торца. Отлив. В теплице установлена укосин для большей жесткости конструкции. Коньковая формуга на термоприводах с автоматическим проветриванием. Дальний торец, форточка. Все простенько и со вкусом. И надежно, самое главное. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока!